Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Fallout Shelter. Так, тут у нас, ну, прям вообще жесть жесткая, ребята. Просто наижесточайшая жесть. Жесть жесткая. Так, ладно, давайте решать вопросы, которые у нас тут возникли. Хорошо, хорошо. Тут еще и харизматики. Так, все. Значит, ты нам притащил бабулес и этот. Мы делаем коллект тебя. Так, и тебя мы тоже засаживаем пока сюда вовнутрь. Так, теперь надо проверить экипировочку. О, вот тут вот у нас не у всех была, по-моему, экипировка, да. Теперь тебе пушку держи хоть какую-то. Водичка. Так, все, электрики у всех экипированы. Все хоть чем-то доэкипированы. Ой! Какая-то атака. Томас, иди вниз. Блин, сейчас на кухне, короче, с ними биться будут. А и они вообще, ну, судя по тому, как они жестко вынесли дверь, они, в принципе... Не такие уж и крутые. Ну, в смысле, не такие уж они и стрёмные. Они ломают лифт. А, теперь они сюда вбежали. Блин, а первый раз на меня такие чуваки нападают. Это вообще кто? И главное, никак их не убить. Никак их ничего не с ними не сделать. Блин, надо, наверное, дверь апгрейдить. О, отлично, снесли одного. Может, вы второго снесете? Ну, пока у меня... Так, а я, кстати, продолжу экипировать народ. Так, эти экипированы вот здесь. Ага, у тебя есть какая-то, Есть. Вот нету пушки. Пушку. Так, теперь, что касается... Вас, ну, держи, ты ж когда-нибудь родишь. Правильно, держи тоже пушку. Так, ты держи пушку. Гарден, созрела еда. Так, ты держи пушку. А, у тебя уже есть пушка. Так, тут электрики. Вам, кстати, нужнее. А, ну у вас у всех что-то имеется, да? Прям у всех? Не, вот у чувака ничего нету. 6-7. Так, ну и давайте те, кто в гардене. Или у них у всех есть. Не, вот у этой нет. Держи 6-7. Так, ну и кто у нас еще? Где у нас тут движуха? Так, все, их одолели, трупов у меня нету, все нормально. Да вроде бы да. Так, 2200, надо, наверное, заапгрейдить вот эту дверь, потому что что-то какая-то такая атака была нереальная. Заапгрейжу я вот эту дверь.
до следующего уровня. Сколько еще апгрейд? А, все, она полностью. Да они ее так снесли, как будто ее, блин, там не было нафиг. Так, давайте зарашим эту комнатку. Посмотрел, кто там тарабанит на улице. Это там что-то соседи открывают. Так, ланчбоксы мне не нужны. Левел вкачали. Так, еда. Еду надо выправлять. Чё по воде? Воду надо рашить. Воду. Нормально. Не, ну еды у нас ушло вообще фатально на этот, так сказать... В общем, на эту атаку. Вы еще и зафейлили. Ну, какого черта? Так, кстати, что касается этой. Давайте посмотрим теперь, что у нас есть за одежды. На А. А плюс 1, С плюс 2. Так, а у нас на ядерной кто-нибудь работает? Кому С надо? С плюс 2. Вот, С плюс 3 есть. О! Еще квест выполнили, замечательно. Коллег, 2000 ИСО, что мне за это дадут? О, нормально мне, кстати, за это дадут. Так, ладно. Это все, конечно, хорошо. Это все, конечно, хорошо. Блин, да что они там стучат на улице? Медом не корми, дай по башке себе постучать. Так, давайте зарашим. Ну, блин, ну хватит мне. Вот это я ненавижу задания, которые вот крэпсы эти. Постоянно они выскакивают после каждого раша, после каждого чего угодно. Так. Значит, что мне нужно еще? На S мы одели. Надо вот здесь одеть на А, потому что... Ну, вот есть А плюс 1. Есть А плюс 1. Так, окей. Одели на А. Теперь, как у нас тут тренировочные? С. С минус 3. С 0. С 0. Так, надо, значит, вот этим вот, которые на С тренируются, им тоже одеть что-нибудь, например, вот С плюс 1. Да, и отправить теперь вот туда. Все, так, здесь у нас кто тренируется? А, значит, вам надо что-то на А. Вот есть А плюс 1. Есть, ну, вот А плюс 1. Так, и как у вас насчет кухни? А минус 1. А минус 1, А 0. Никак. Так, а у второй... А минус 1, А минус 1. А, ну логично. Все, значит, пусть тренируются, соответственно, дальше. Так, еще у нас есть П. П это у нас вот эти вот. Значит, у вас должна быть одежка на П, но она у вас, в принципе, и есть. Да, и у тебя что же, да? Да, на П. Ну и давайте проверим. О, П плюс 1. Икс пошел. Чувак, а ты как, ты пока P0. Ну, еще тренируйся. Так, теперь интеллектуалы. Интеллектуалы. Вот. Интеллект плюс 1. Пошел тренироваться. Так, ты у нас кто? Ты у нас тоже интеллект плюс 1. Пошла замена интеллектуалов. Так, теперь. Теперь у нас есть еще харизматики. А, это лакеры, да? Вот, кстати, я вот этого, у него прям лак уже на максимум. Слушай, чувак, а где у меня тот, который был с дробашом? Давай я тебе дам пистолет, а вот этому чуваку дам дробаш. У него лака прям очень много, поэтому пусть он пока идет на дверь. Точнее, даже не так, что он идет на дверь. Мы ему сейчас выдадим этот... Короче, мы его сейчас отправим. Только я забыл. Харизматики, харизматики. Они у нас в баре сидят. Кстати, на харизму есть какая одежка? Ну вот есть С плюс 1. А Е это у нас, по-моему, вот здесь тренируют. Непонятно, куда оно надо, это Е. Тут он по максимуму уже у чувака этого Е. Я не знаю, что это за значение такое. Ну ладно.
Так, С давайте офицерскую тоже оденем. И С, и Е. На С у нас все чем-нибудь экипированы? Да, вроде бы да. Так вот, вернемся к харизматикам. Давайте проверим. С0. Харизма. С-2. С-1. Ну ты без одежки вообще. С-3. Блин, а там у нас неплохие, кстати, сидят, получается, в этом... В отсеке, чуваки. Так, ладно, лакер, пошел на исследование. На тебе 15 этих и 15 этих. Мы сейчас еще себе наклепаем по-бырому тут. У нас тут все нормально. Так, ну, кстати, надо теперь... Блин, ну вот это каждый раз будут крабсы выпадать. Это, конечно, трэш. Все, лакер просто у нас пошел нереальный. Посмотрите на это. Это на максимум значение удачи. Так, ну практически. Кстати, у нас открылось что? У нас открылась водяная эта станция. Так, я ее тогда буду строить, потому что по воде есть вопросы. Давайте, значит, ее строить. Причем я ее буду строить тройную. Так, водяная это у нас П это у нас где? А, вот здесь, да? П. Соответственно, ну, П7 пошла, да? И П тоже 7 пошел. Так, теперь мне надо найти чувака, у которого бы, ну, у тех, кто гуляет, П было бы развито. Ну, или... Вот, вот у тебя, да? Вот ты иди, значит, тренируй П. Отлично. Так, ты кто? Ты Е. Так, еще давайте искать. С харизма, так ты. Тоже С харизма. Так, ты тут стоишь. Непонятно, а вот ты ходишь. Блин, что-то у них П вообще не развито. Они какие-то все одинаковые. Вообще... Так, ну и пофиг в таком случае мне. А вот у тебя чё? Е, да? А у тебя чё с пушкой стоишь? О, П! Вот иди тренируйся. Так, отлично. Соответственно, на дверь мне надо чувака с пушкой поставить. Есть у нас из гуляющих чуваки? Вот ты, да? Заходи на дверь. И еще ты гуляешь с пушкой без. Вот ты гуляешь с пушкой, еще и лаком. Иди тоже на дверь. Так. А вообще, вот, кстати, вот это вот Е. Может быть, вот у этого чувака просто полное Е. Иди-ка ты на дверь. Может, Е это... Я не знаю, за что отвечает Е. Но он уже просто фул прокачан на Е. Просто на фул уже прокачан. Так, собираем эту шнягу. Давайте зарашим пацанов. Отлично. Давайте еще зарашим. Блин, а мне осталось один на самом деле этот квест. Один этот, чтобы выполнить, получить кейсик. Ну, то есть, вот за этот кейсик 17 из 18. Может, мне на дверь просто их попереставлять, и кто-нибудь да совпадет. Не, на дверь никто не совпадает. А кто еще ходит? То есть, я так понимаю, это мне надо просто правильного типа чувака поставить на дверь. Ну, или вообще куда бы то ни было. Но они что-то все неправильные. Ну и ладно. Не, у нас знаете, где вариант есть? У нас есть вариант построить... А или я фиг знает. Специал. Или я фиг знает. Так, ладно, ты в любом случае... О, а ты, кстати,
Стоп, харизма. Тебе интеллект надо качать. Ну, интеллект наш слабенько качается. Ну, качается. Так. Rush давайте тут после... А, тут уже 51%, окей. Давайте здесь тогда рашить. Да, 2800 это, конечно, долго мы будем. Ну, хотя как долго. Вон, чувак с полным лаком уже 105 крепсов собрал. 25, 80, ему прям вообще прет. Вообще так прет, так прет. Ну, он на то и чувак с полным лаком. Так, давайте рашить дальше. Не, я знаете, что могу построить? Я на самом деле могу построить... то есть, если это раз, два, три... А единственное, мне негде строить. Надо уже элеватор вниз еще один строить. Че у меня тут харизматики? Зачем вообще у меня на складе вот эти люди стоят? Непонятно. Так, ну штукарь мы набрали, нам надо 2800. Сколько стоит лифт вниз? Лифт сколько стоит? 250. Давайте его поставим. Вот. И я знаете, что хочу построить? Я хочу построить вот этот мидбей. Причем два, а может даже и тройной мидбей вот здесь. Так, чисто раз, два, три. Да, сейчас мы поставим мидбей. Вот, потому что эти штуки нам, я думаю, впоследствии точно пригодятся. Вот прям вообще на верочку. Так, как у вас тут с процентажом? 50, все, окей. Давайте рашить, он тут у пацана 25. Так, то есть мне сейчас надо собрать пятихатку, да? Чтобы поставить мидбей. Ну, нормально, нормально. 45%. Фейл. Так. А тут по жизням-то как... А, ну тут ерунда, в принципе. Пожар. Ну, по жизням, кстати, он можно повыдавать кое-кому препараты эти. Я не знаю, что она не хилится. Давайте ей дадим препарат. А вот еще тоже. А, не, там ерунда. Ну, ладно. Так, левелы там качаются. Что у нас вообще еще за квесты? Собрать, апгрейдить 4 комнаты. Ну, апгрейд 4 комнат, это, конечно, тоже тема нормальная. Но... Ладно. Так, в итоге у нас на дверях чуваки, которые это... Стрёмные. А сколько у меня жизни? 88 можно сделать, да? Ну, давайте это. Давайте... Раз, два, три, да, чувака. Соответственно, чувиха раз. Вот эту надо отсюда убрать. Иди наверх. Чувиха два. И чувиха три. Пусть сделают еще трех мне. Чубздарей. Блин, я туда нажимаю. И мне предлагают купить. Причем мне предлагают купить... А сколько вот один ланчбокс? А, вот 55,86 стоит он. Он 40 ланчбоксов, 1100 рублей. Так, а что мне это даст? Мне же это, по сути, ничего не даст, эти 40 ланчбоксов. Не, ну, в смысле, много денег даст, да. Там, возможно, крутых жителей, лут. Ну, а так, оно, в принципе, нафиг не надо. Ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.